It's a lynch Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня ваш риэлтор в Центральной Флориде, Орландо и пригородах Надя Эггерс. Рада снова с вами встретиться. Спасибо, что вы нас смотрите. Сегодня мы вам хотим показать один объект. Это мой листинг. Я продаю этот дом. Находится расположение этого дома в районе Орландо, который называется Вильямсбург. Это такой центральный район с очень обширной инфраструктурой. Здесь проходят очень удобные развилки, шоссе, дорог, то есть нет никаких пробок никогда. Остальная инфраструктура очень развита, магазины, ресторанчики, салоны красоты, массажные салоны. То есть это такое достаточно центральное расположение. И чтобы кто знает хотя бы немножко Орландо, или вы посмотрите по карте, Юлечка, ты тоже выставишь карту, да? То есть Вильямсбург находится в таком сердце города, откуда 15 минут до Диснея можно доехать, 15 минут до Universal парков, 5 минут буквально до SeaWorld, парки SeaWorld, и хозяин дома пешком, когда они здесь жили, пешком ходил в акватику, это водный парк. Да. То есть совершенно такое хорошее расположение. Также удобно попасть на несколько магистралей отсюда, то есть если что-то где-то там, какая-то пробочка, которых в принципе здесь не бывает, где-то создалась, можно всегда выехать даже через другой выход из комьюнити. В комьюнити есть два входа. Ну, хорошее расположение, очень хорошее, я ничего не могу другого сказать. Дом очень интересный, он построен был в 1988 году, этот весь район в принципе был застроен в этих годах, там 80-е, 90-е года. Больше нового строительства я здесь не замечала, строятся только новые апартаменты, но вот частных домов здесь строительства не было. В комьюнити существует очень хороший клабхаус, в нем есть все, что вам понадобится для активной жизни: подогреваемый бассейн, джакузи, теннисные корты. В клабхаусе имеется даже библиотека и фитнес, и очень много других активных развлечений, других игр, например, бачебол, но это итальянская игра, то есть она активная игра, это типа как вот кидаешь кегли или боулинг играешь, ну там другие правила, конечно, другие дорожки, но это все есть, очень интересный комьюнити. И, кстати, цена в месяц $65, и вот это все включено. HOA. Плюс в HOA включено, да. Плюс HOA ухаживает за газонами, даже вокруг дома. То есть не только за газонами, которые принадлежат комьюнити, они еще ухаживают за газонами, это все входит. А это, удобно. Извините меня, $100 в месяц, если нанимать отдельную компанию. Цена этого дома 475 тысяч. Это очень приятная цена на фоне выросших цен, в принципе, по Орландо. Это очень хорошая цена. Размер дома 2213 square feet, в переводе на метраж 206 квадратных метров. Три спальни и два полных санузла. Налог $2280 в год. Это очень хороший налог, это невысокий. Очень приятно. Какого размера лот? О, кстати, да, лот достаточно большой, 0,23 акра. Да, и из чего сделан дом? Блочный. В доме был сделан ремонт. Мы все пройдем, покажем, посмотрим, покажем. Крыша 2018 года, кондиционер 2018 года. То есть в 2018 году, новые, да, в 2018 году что-то было сделано. И недавно были тоже проделаны кое-какие обновления. Мы это все посмотрим внутри дома. Пройдем. Пройдемте. Гараж, кстати, на машины, да, гараж на две машины. И смотрите, что здесь есть. Здесь есть такие экраны, Шуточка. Скрины. Когда-то владелец использовал гараж для
работы, да, как такая мини-мастерская. Mm-hmm. И это очень удобно. Открывается гаражная дверь, открывается эта сетка, сейчас она растянута, в принципе, ее можно или сложить, чтобы машину ставить, ну, да, или растянуть. Открывается эта сетка, идет свежий воздух, и можно использовать гараж как какая-то мастерская, или, ну, у каждого свои, например, фантазии. Можно, да, если это, если кто-то цветами будет заниматься, да, можно букеты создавать, и будет проходить свежий воздух, и не будут лететь мошка, комары. Вот, это хороший очень плюс. Кстати, вот только у соседей есть, только в этом комьюнити, по крайней мере, за свою практику, вот такую я видела только здесь. Не во всех домах, но встречается. Так, здесь у нас входная зона, старые деревья, да, вперемешку, конечно, с пальмами. Да, да, да. Здесь у нас входная зона в дом. О, скажи, что это, зачем это такая композиция? Честно говоря, не знаю зачем, но как бы красиво смотрится. Да, это такая ажурная металлическая дверь. Вот, видимо, она уже была изначально здесь предусмотрена, просто ее не сняли и оставили. Она очень красиво смотрится. Снимаем очки. Так, и что мы видим? Здесь мы сразу, у нас с левой стороны очень удобно здесь стиральная сушильная машина. Ребята, гараж закрыт на ключ, ключа у меня нет, к сожалению, сегодня, поэтому гараж на две машины, с ним все в порядке. Там есть просто, имеются кое-какие инструменты, и хозяин иногда закрывает на ключ и открывает, когда у нас показы. Сегодня у нас так немножко неожиданно была съемка, показ был не намечен, поэтому гараж закрыт. Здесь у нас кухня. Планировка у нас получается более закрытая, то есть обычно мы видим открытые планировки, но, честно говоря, сама кухня новая, хорошая, то есть она была только что перед продажей, вся полностью переделана. Честно говоря, кто-то любит закрытые планировки, поэтому хозяин решил не трогать стену, но эта стена, она не несущая, ее не будет дорого совершенно снести и сделать открытую планировку. Если то есть эти шкафы, да, это все может принестись в ту сторону. Да. Холодильник может пойти. Я уже думала, просто если кто-то скажет, что я люблю открытые планировки, холодильник может перейти в эту сторону, потому что есть подвод к воде, естественно, лед и так далее, нужна вода. То есть это не будет каким-то большим проектом. Ну и отлично. Еще, кстати, есть дополнительная мебель, дополнительные шкафы в гараже у них стоят, которым можно еще как бы дальше увеличить кухню. Удобно. Так. Давайте по технике скажем, что тут у нас холодильник. Так, да, да, очень хорошее примечание. У нас плита новая совершенно, микроволновка новая. А посудомоечная машина и холодильник, они не новые, но они в отличном состоянии. То есть они совершенно в хорошем состоянии, чистые. Их просто не было смысла менять. Ну да. Так, давайте обратно мы пройдем. Здесь видите два входа и выхода из кухни. Здесь мы попадаем в большую просторную гостиную, которая разделена камином. Вот это площадь, это гостиная. Ту площадь можно использовать по своему назначению. Но это одна большая гостиная, она разделена. Камин шикарный. Мне очень нравится. Причем он двухсторонний. Да, он двухсторонний, посмотрите, с двух сторон. То есть настоящий камин, опять-таки. Да, это настоящий камин. Мне нравится высота потолка. Он идет вот этой треугольной формы, скошенный высокий потолок. Мебель же не остается, правильно? Мебель не остается, но, в принципе, если кто-то захочет, они смогут за дополнительную плату продать. Мебель новая, кожаная, кресло, электрические подъемники ног и так далее. То есть мебель хорошая и новая буквально. Так, пройдем в ту зону. Здесь как это называется, скажи? Это тоже просто... Честно говоря, вот здесь я бы поставила... Вот давай обратно вернемся. Здесь я бы поставила обеденный стол. Вот он прям просится сюда. Ах, да. Вот. Здесь каминная зона. Здесь каминная зона. Здесь тоже, например, можно если поставить, приходят, да, гости, можно находиться в этой
вот в этом помещении. Диван хозяин, поставить. Да, можно вокруг камина поставить диван здесь. Хозяин раньше использовал вот эту зону как зона телевизора, где они сидели, смотрели телевизор. Да. А где здесь был телевизор? Вот сюда повесить можно. Здесь, да, можно, да, поставить? Сюда повесить телевизор над камином. Угу. И очень такое светлое, хорошее, да, помещение. Да, 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 да. Кстати, угу, обратите внимание, здесь на всех окнах есть жалюзи, которые называются plantation shutters. Мне они нравятся. Это, да, очень, да, угу, это очень дорогое удовольствие, чтобы их установить. И вот таким одним, удобно, движением, удобно, руки они закрываются. Да, да, это, да, достаточно популярно. Обычно они устанавливаются в дорогих домах. Угу. Вот, и я была приятно удивлена, что здесь по всему дому установлены такого типа жалюзи. И такой эркерчик небольшой. Такой, да, интересный. Можно, да, здесь присесть. Можно вот здесь так подушки бросить. Да, 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 я тоже подумала. Книжечку. Да, 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 да. Классно. В доме хорошая очень аура, он, угу, такой какой-то теплый, вот, ну, именно душевный. Угу. То есть очень приятно здесь находиться. Когда я делала open house, ну, хорошее состояние души, да, от, угу, самого дома. И здесь сделаны, я вижу, полы, ремонт, кстати, да, да, угу, сделаны были перед продажей тоже. Это ламинат очень хорошего, угу, качества, не дешевый, ламинат, дорогой ламинат, угу, да. То есть полы, отлично, были, все это сделано. Кондиционер 2018 года, я говорила, да, так же, как и крыша. Здесь мы проходим... Да, куда проходим? Так, подожди, мы пропустили. Что пропустили? Мы пропустили мастер. А, давайте, да, да, сначала мы мастер. Начнем с хозяйской спальни. Здесь, ну, у нас, да, кладовочка дополнительная. Ага, так, ку-ку. Ага, понятно. При входе. Вот, и здесь у нас хозяйская спальня. Хорошего размера. Да. Очень даже хорошего размера. Так. Санузел полный. Все это было поменено. Новые кабинеты, да, то есть новые раковины. И две гардеробные. О. Удобно. Полные, да. Мэ. Мэ. И жо. Так, распашонка гардеробная. Mm-hmm. Так, теперь мы пройдем, в конце концов, мы пройдем. Еще есть две гостевые спальни. Что мне нравится, что хозяйская спальня и гостевые спальни, они отдельно находятся совершенно, да, в разных углах дома. То есть удобно, никто никому не мешает. Mm-hmm. Если дети или гости. Здесь опять-таки распашонка это идет. Как обычно, во Флориде небольшого размера комната, но, угу, она достаточно большая, бывает и меньше, честно говоря. Ну да. Я чаще, да, всего вижу. Ну да. Не, здесь спокойно размера, на king size, да, то есть, угу, кровать хорошего размера. Гостевая спальня. Так, сейчас. Здесь мы с этой стороны. Они вот так, смотри, открываются. Вот так. Они у меня обычно открыты были, все, я тоже разобралась. Это гардеробная. Да. Так, и пройдем санузел. Здесь кондиционер, он новенький, прям видно. Санузел на две спальни. Тоже здесь все было заменено. Ух ты, интересно, здесь затошка. Посмотри, как в душевой. Удобненько. С лебедями. Угу. Так, отлично. И еще одна, это последняя спальня, третья гостевая. Угу, вот эта спальня размера, поменьше, да? По-моему, да, чем предыдущая? Да, слушай, сначала показалось такого же, чуть-чуть, угу, поменьше. Чуть-чуть, угу, поменьше. Зато ж вид. Использовалась она хозяином как офис. О, раньше. Тоже вариант. Тоже, да, вариант. Так, а ну-ка, у нас еще что-то здесь, маленькая кладовочка, смотри, я ее ведь не пропущу, вот, маленькая есть, это хорошо. Так, далее, ну, мы выходим по дому, во двор. Да, по, да, дому мы прошли, выход на веранду, во дворик. С хорошего размера веранда, mm-hmm, она под москитной сеткой. Классно. Зона для барбекю.
О, барбекю. А тоже не остается вот эта вот барбекюшница, не знаешь? А вот это не знаю. Но можно как презент, да? Я думаю, что да. Потому что хорошая такая большая. Если кто-то заинтересуется, все возможно. Так, здесь мы выходим. Так, участок. Это интересный вопрос. Так, участок здесь проходит немножко наискосок, да. То есть это не так, чтобы он был прямо, да, то да. есть он достаточно большой, то есть вот он здесь. Проходит вот там, где видны вот последние кусты, это их участок, и он идет до тех кустов, вот, например, вот это дерево, это все участок, принадлежащий к этому дому. Да, необычная такая форма. И еще туда, по-моему, он, да, уходит. Все это, да, это все идет туда и вот дальше. Вот, смотрите, это соседи. Они тут живой изгородью ограждены. Здесь заборы ставить нельзя, да? Заборы глухие ставить нельзя. Здесь что можно делать? Опять-таки живые изгороди. Да, да, да. Или даже если кто-то бассейны можно ставить. Да, да. И над бассейном можно скрин. Вот эту огромную сетку. То есть такая конструкция здесь разрешена. Ну, да. я лично не люблю заборы, поэтому мне подходит. Я не люблю, и чтобы у соседей были заборы. И поэтому мне вот так красивее. Просто огородить живой изгородью, красиво сделать. Я согласна, конечно, да. Так что тоже и хорошо. Здесь, смотри, тоже вот этот участок весь, он идет. Это все он их, принадлежит, да? Да, к этому дому, он очень достаточно большой, и вот уходит. Слушай, ну тут туда. Интересно, можно придумать что-то здесь такое. Здесь можно, да, придумать. Разместить и, в принципе, зону отдыха тоже какую-то. В принципе, да, какой-то и садик можно сделать, участка очень много, большой. Да. Кстати, бассейн здесь, в принципе, без надобности, потому что здесь вы увидите, какой есть в HUA бассейн. Да. Он действительно обогреваемый, не нужен уход за бассейном ежемесячный, и бассейны тоже ломаются. И 2 минуты езды до него. 2 минуты езды или с этого дома. 5 минут ходьбы. Да. Друзья, ну спасибо большое. Я надеюсь, вам тур по этому дому понравился. Дом действительно очень приятный. Цена недорогая, опять-таки до 500 000. В нашем сумасшедшем рынке, где у нас все цены выросли, тем более это центральная часть Орландо. Я думаю, что этот дом у нас скоро уйдет с рынка. Будем надеяться, будем стараться. Спасибо, что вы просматриваете нас. Мы вас очень любим. И до следующих встреч. Пока! Пока-пока!